Ребята, всем здравствуйте! Сегодня у меня будет опять же конвой. Едем мы на обоих дафах 106 либо евро 6. Всем приятного вам просмотра. И представляю слово Андрюхи. Всем привет, друзья, подписчики Андрюхиного канала. Сегодня мы с Андрюхой решили съездить, записать видео. Поедем мы сегодня из города Ольбия, город Кальяри. Я повезу топливные фильтры, Андрюха повезет у нас. Что там Андрюха повезет? Да, какое-то там зерно, опять какой-то странный, опять у меня странный груз. Зерно какое-то, я вообще не понимаю, что это у меня за груз такой его дает. В прошлом ролике мы с Андрюхой катались, был какой-то тоже странный груз у меня, и опять странный груз. Не чтобы там везти, ну, например, там яблоки, сыр, там еще что-то везти. Нет, именно зерно, либо еще какую-то ерунду надо возить, вот. Я в тот раз, кстати, вез вообще аккумуляторные батареи там, или трансформатор, по-моему, какой-то перевозил. Ну да, что-то да. Будем выезжать и выдвигаться из базы. Андрюха, выезжай. Я первый, да? Вот. Выезжай. О, Андрюха. Стоп, у меня тут этот ЧП небольшой. Да ты это прицепом уперся. Оп, забор или... Да, вроде забор. Ну, выезжаешь так, там. Так. Вроде... О, поворачиваю, хорошо. Там как? Слева чисто. Главное теперь мне бы выехать. Там прицепом я прохожу. У тебя получилось получше выехать. Да. Прицепом я прошел, все хорошо, принял поворот направо. Я встретим попутчик, а то мы в столь отдаленных местах сегодня. Ты имеешь в виду других участников движения, ребят? Ясно. Именно их, мой уважаемый коллега. Как красиво, слушай, а тут это в Италии-то. Вот, точнее, возле Италии, как это полуостров называется. Пейзаж красивый. Не то, что. Ну да, красивые, да. Красивые места. Также, да, друзья, как мы и вам обещали, что летом по ЕТС. Два, мы снова с Андрюхой сделаем конвойщик и также прокатимся. Вот. Да, не сделали. А до этого, друзья, после двух моих конвоев, если кто глядел, да, я катался на Скании, потом ездил на Рено Т, и я потом просто... На следующий день просто отдыхал, и уже ничего не хотелось мне, не записывать, ничего. Разгружайся было. Да-да-да. Ну что ж, друзья, если кому понравился данный конвой наш, второй, да, мы уже обещали с Андрюхой летом прокатиться по ЕТС-2. Вот, ну и вот... В том мы видосике катались на сканиях, а в этот раз ехали на дафе. Вот. Ну и также я буду представлять слово Андрюхе. Как тебе, Андрюха, в этот раз конвой? Мы катились с Андрюхой очень классно. Я очень доволен этим. Что вам еще сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока. Да, друзья, мы привезли грузы. Там дядька один готов грузы, принимать к
как вы видите, да, сзади. Вот. Ну и также в следующем, может быть, в каком-либо в моем видеоролике мы с Андрюхой еще где-нибудь, да, покатаемся. А вам лишь желаю хорошего дня, настроения и всем пока.